Открытые научно-просветительские лектории провели представители областного отделения Русского географического общества совместно с Институтом комплексного анализа региональных проблем Дальневосточного отделения Российской академии наук. Архиепископ Биробиджанский и Кульдурский владыка Ефрем провел лекцию, посвященную жизни митрополита Иннокентия, который служил во благо Дальнему Востоку около 150 лет назад. Трудился для просвещения малых коренных народов, изучал географию, растения, описывал данную местность, основывал храмы, учреждал православные общины. Помимо того, что он проповедовал Евангелие, он еще прилагал труды по обустройству Преамурья, Дальнего Востока в целом. По итогам встречи представители отделения РГО и Биробиджанской епархии заключили соглашение о сотрудничестве. На данный момент главной целью совместной работы является создание ландшафтной геологической экспозиции на территории Биробиджанского кафедрального собора. Для того, чтобы это было осуществлено и в нашем городе появился новый объект не только для отдыха, но и для наблюдения, изучения, исследования, в первую очередь горных пород и минералов. Ну а во вторую очередь декоративных кустарников, деревьев, которые мы весной, я надеюсь, высадим на этой территории. На основании соглашения участниками будет составлен план дальнейших действий по проведению подобных культурно-массовых мероприятий и по реализации социально значимых проектов. Екатерина Кувалдина, Богдан Патрин. Новости 21.